что касается геев, ну это извращенцы. Это мерзость последняя. У нас этих людей достаточно. Кожную годину я думал об смерти. Я не хотел покутывать так больше. Мне сукамерник казал, что у турме еще горш. Это нагнетало еще больше. Я сидел с мужчиной, який когось избил до полсмерти. А его не чапали. Он просто стоял и глядел. Было так крыдно. Не то, что его не чапали, а то, что меня так раздирают. Хоть я никого живого пальцем не кранал. У могилевской турме меня подтримливал психолог. И он потлумачил, что мне треба перевести в одиночную камеру для властной безпеки, как меня никто не кранул. Я погодился. Праз некоторый час сам начальник турмы, коли ставил меня на улик, як экстремиста, попросил зразуметь ту меру, что я один, як допомогу, а не як покаранне. Але я человек, я не робот. На меня почали тиснуть стены. Кожный день з усіх 86, бачуши только макулечку солнца, без зносин, знищали меня. Як назло, у меня было 5 судовых слуханняў. Кожный раз, не ведаючи, что будет, что со мной будет, я уже не бачу сенсу жыцці, сенсу існаваць. Мои листы не отправлялись. Мне пришло з усіх листов 20%. Яны давали их по властным меркаванні и гэтак же отправляли. Я был один. При гэтым психологи больш проверяли меня. Я был як зомби. Я отчувал себе их рэчу. И калі яны штосьці пыталіся, я просто отказывал. У даведцы вызвалення от войсковой службы мне прописали суицидальные схильности и расстройство сексуального предпочтения.